Как построить свой дом здоровья, муромляне смогут узнать завтра. В 10 часов в парке «Молодежный» состоится информационно-оздоровительная акция. Специалисты помогут узнать всем желающим их индивидуальные показатели. О золотом стандарте здоровья и определенных критериях, влияющих на его качество, жителям расскажут представители всех медицинских учреждений города. Каждый участник акции должен осознать, что он сам строит свой дом здоровья по кирпичику каждый день. Жители города могут прийти, измерить артериальное давление, получить мастер-класс по измерению артериального давления, измерить уровень сахара крови, так называемый индекс массы тела, то есть соотношение веса и роста, получить консультации по здоровому образу жизни, по профилактике неинфекционных заболеваний, а также участвовать в физкультурном флешмобе, который будет организован тоже в ходе этой акции.